Всем привет, ребят! Очередная подземка 5-6 у нас сегодня. Не у меня сегодня, у меня сейчас, у вас сегодня. Вот такой вот составчик. Тыковка. Вот это просто имба, не знаю. Я думаю, он очень много будет решать даже в древнем испытании. Вот такие вот у меня герои. Да, вы скажете, вот это все донатом, это. Ну, ребят, это обычные герои, блин, просто они немножко проапгрейдены получше, чем допустим там у остальных гарнизон. По сути, они слабее любой легенды. Так. Поехали. 5-5 мы затащили. 5-6. О, вот это, кстати, веселая подземка. И тут очень дофига автопрокеров. Ну-ка попробуем отсюда забежать вот так вот с атлантов. Но, блин, еще и очень задержался. Это будет, конечно, жесть. Я вам скажу так. Это реально будет жестко. Ну, посмотрим сейчас. Просто изи. Изи 50%, ребят. 51%. Я вам скажу налегке, посмотрите, мы даже там черепов не убили, а бочка у нас еще шатает, бочки все просто пофиг, посмотрите на эту имбу. Короче, бочка решает, реально, бочка просто тащит, это жесть какая-то. Я офигею с этого героя. Какое-то имбище мы сделали. Ну, 50% мы взяли, в принципе, взяли налегке. Сейчас интересно попробовать еще, конечно, ее затащить на 3, но хотя бы найти, где будет примерно шанс. Такс. Ну, пробуем. 5-6. Конечно, тут автопрокеров дофига. Но я обычно начинал вот отсюда. Мороз замораживал здесь и начинаю с бочки. Главное потом вовремя успеть кинуть. Вот видите, что делается. Гарпию торкнули и гарпия нас наказала. 35% отсюда у нас получилось. Возможно, получится немножко больше, но не факт. Все, сейчас герои начнут дамажить черепа и 50 опять, видите, 50, и у нас остается центр. Ну-ка попробуем сейчас с этой стороны возле центра забежать сразу же. Возможно, тут что-то поменяется. Дебафов очень много. Наш лед не справляется со всеми. Да, и у ледяхи 26 целей, а у нас намного больше героев. Так, ну пробуем. Пробуем где-то отсюда. Возле них закинуть. Пробуем вот так, замораживаем. Начинаем с бочки. Так, разгончик есть. Разгончик есть. Кидаем щит. Надеюсь, все в щит попали. Тыковка в щит попала. Отлично. Ну, центр, я думаю, мы должны разобрать. Нет, черепов не разобрали. Нет. Или разобрали? Отлично, молодцы. Смотрите, душек. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть тыковку слили у нас и Дрейк. 52%. Ну, посмотрите, отсюда шансы намного лучше. Там немножко мы на черепах, конечно, потеряли. Ну, сейчас еще попробуем. Неплохо, неплохо получилось. Гарнизон, в общем, тащит. Так, ну пробуем обратно же, отсюда же. Вариантов особо нет. Так, рановато я, наверное, кинул щит. Ну ладно, попробуем. Так, черепов мы унизили на изи. Разгон получили. Ну что мы имеем? Ай-яй-яй-яй-яй, тыковка. Как же обидно.
Да, жестко-жестко это все получилось, обидно. 54. Ну, тоже результат неплохой. В любом случае, это уже шанс бежать дальше. Можно там пока, если у вас нету героев, особо имбовых, не заморачиваться, бежать дальше. И там уже тащить. Такс. Поехали еще разок. Так, кидаем с бочки. Постараемся сейчас по максимуму оттащить. Если, конечно же, у нас получится. Так, черепа заморозились. Кидаем щит. Так, все попали в щит, я надеюсь. Так, атланты. Атлантов посливали. Отлично, отлично. Идем. Ну-ну-ну, тыковка. Самое главное, чтобы у нас тыква не слилась сейчас. И нигде не застанилась. Замедлили мы, конечно, красиво. Блин, на душике. Так, тыква, бочка осталась. 75%. Обидно. Конечно, бочку тут сейчас, наверное, сольют. Она там явно не затащит укротителя. Но, блин, шанс 75, это уже почти. Это уже почти, но нет. Так, нам тут золото нигде не получится подфармить по бэрику. Придется ставить минуса, что ли. 6 расстановки, конечно. Даже негде подфармить. А вот тут может подфармим. Там вроде герой не особо имбовый у него. Так, Ронин. Ну, Ронин, в принципе, тут не помеха. Ну вот, ребят, как-то так. Такс. Золото мы подфармили. Пробуем. Заходик, конечно, неплохой у нас получился перед этим. Единственное, надо, чтобы черепа еще хорошо попали в стан. И все зашли. Вот тыковку мы сейчас проспали, и этого проспали, видите? Нас просто тут ушатали. Надо, чтобы они все кучно вместе забежали потом в ангела в щит. Ну, конечно, вариантов у вас больше, чем у меня. Там гильдийская магия, юниты. Я этим всем никогда не заморачивался. Поэтому мы вот так вот сейчас бегаем. Нагибашками. Так. Отлично, есть. Попали в щит все. Ну, вроде все попали в щит. Так, смотрим. Разгончик есть. А я что-то не вижу замедления у нас плохое. Так, ну, душика, 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 душика. Кто будет убивать? Блин, сейчас душ сливает всех. Обидно, обидно. Тыква. Видите, что... Блин, чуть-чуть осталось. Купидон. Ну, конечно, они тут не затащат вдвоем. К сожалению, два душек, не один душек остался. Тыковка очень долго бежала. Если бы тыковка вовремя зависла где-то, в принципе, могли бы пройти. Давайте еще пару попыток. Была, не была. Так. Самое главное не слиться. Так, черепа идут, кидаем щит. Так, ангел. А что, у меня ангел не попал? Так, ну все, слились. В принципе, заходик офигенный получился практически.
Ну, видите, у нас нету уже. Все, у нас Дрейк сразу же дал обратку. И наши герои просто слились. В общем, ладно, ребят, не буду заморачиваться. Вот такая вот 5-6. В принципе, мы ее налегке проходим гарнизоном. Показал как. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.